сниму небольшое видео о городке Тофен в предгорье Альп. Вот там впереди Альпы заснежены. С двух сторон горные хребты, ну невысокие, конечно. Вот с этой стороны слева и справа, между ними этот городочек находится в долине. Сейчас я по нему пройдусь. Провинциальная Швейцария. Вот интересный домик, старый очень. У них вот совмещена и жилая часть, и там пристройка типа сарая, гаража, что-то такое. А вот в долине сам городочек. Одна из больших улиц этого городка. Вот вид сверху. Это буквально в 10 минутах от Берна. Город Берн, столица Швейцарии. Вот интересные там домики на самом верху. Ну, вид оттуда хороший, но добираться туда, конечно, проблематично. Лучше жить здесь внизу, поближе к железнодорожным путям, к станции. Вот тоже интересный старый домик. А вот там вот гараж. Буквально машина, вон там виднеется машина. Получается, как бы на второй этаж машина заезжает. Вот интересно, как они украшают свои придомовые участки всякими безделушками.